Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, и сегодня мы будем одному из подписчиков открывать свитки. Зовут его Дима. Дима, привет. Всем привет. Вот, рассказывай пока, откуда ты, чем живешь. Я из России, город Ставрополь, Ставропольского края. Занимаюсь сейчас, учусь, скоро диплом. На кого мучаешься? Весело. На программиста. А, будешь мне помогать? Все-таки не мое это. Это сколько у нас разница сейчас с тобой во времени? По времени? Да. Ну, у меня сейчас 3. А, то есть час. Я понял. Час, да. Да, немного. Так, сейчас мы заберем. Сейчас заберем твои паки. Паки. Пельмешки, блин. Так что у тебя все, свитков тут нету, я так понял. О, да куч... все, там энергия. Кучку энергии, да? Сохранил. Собираю, сейчас этот выпадет. Скажи, что, буст. Буду качать на вулкане. Так, вообще, пока не начали, что вообще ожидаешь с сегодняшнего вызова? Все. Все, да? Все. Все нужно. Много четверок. Да у меня толком, может, посмотреть, толком все тройки. Сейчас двойки, даже, да, посмотрим, нужны. Что у тебя есть. Так, а так, в принципе, из призывов есть только вот русалка, ну, нормальная. И вот выпал еще вампир ветра, но он для гекса. Да, для гекса, арген. А так, в принципе, все остальное такое. Чисто что может достать, знаешь... всем. Ну да, в принципе, дефолтный состав, да, ну, действительно, да. Можно создать. Я думаю, что я буду сейчас вызывать, знаешь, просто будут они у меня валяться без рун, а толку? Я сейчас лучше прокачаю тех, кем можно будет фармить. Ну да, а согласен. Потом уже буду. В принципе, тебе действительно, тебе сейчас какой бы монстр не упал, он тебе погоды особо не сделает. Вот в дальнейшем, да, возможно, но сейчас, да, будет неплохо, если тебе гексовых монстров нападает даже, да? Да, у меня, например, в принципе, вот просто на Веромоса уже вот есть как раз Кумая и этот вампир. Сейчас Делфой, там кто нужно? Делфой, да? Ой, не Делфой. По-моему, я не помню, я гексил. Кстати, сегодня же на стриме... Ну, там, короче, еще два монстра, да? Да-да-да, на стриме я же там буду вызывать Сигму. Крафтить, гексить, поэтому да, хотя может не сегодня, смотрю, когда это видео выйдет. Ладно, начнем. Так, камни мы тебе сегодня не будем, да, трогать, то есть на следующей камни неделе, наверное, нет, да, на следующей неделе, если сейчас Хлоя не выпадет. Но если выпадет, то в принципе можно будет и сегодня, знаешь, камни. Хорошо, начинаю с мистиков, я так понял. Да, с мистиков. Канал, начну. Какие пожелания по поводу канала? Ой, на каком мой канал 444. А, я понял. Вообще, без политики, да, да, да. Там часто адекватные люди сидят. Я ж про то же, блин, я только там задаю вопросы, реально. Вот мне нужно узнать, там, я не знаю, там, белка это топ или корм? Корм или норм. Захожу, мне пишут нормальный корм. Я такой, окей, оп, сразу скормил. Я уже так 5 первородок скормил. Вот, это все правильно. Нормально. Ну, всегда, народ, всегда советуйтесь с лучшими аналитиками 444-го, да, канала и чата. Ни в коем случае не какие-то каналы сотого по 130. Да, да, там вообще, а SD вообще там не ищите. Ждите всегда SD на 444. Там ну одни биорны, белки и дарионы падают, да. Да. Всегда, всегда. Вот вы всегда, посидите 2 минуты. Да. Люди. Да, да, согласен. Понеслась. Итак, ага. Так, во-первых, еще один вопрос теперь, который я буду задавать. Будем скипать или не будем? Ты как? По барабану вообще. Пофиг, да? Хорошо, тогда тебе будет. Тебе как вообще будет удобно? Ну, в принципе, можно дожидаться. Я не знаю, кто-то писал, что не скипай, типа больше... Короче, это все я понимаю, что больше херня. Шанса. Да все это бред. Да, это все полный бред, но чисто для экономии времени, наверное, будем скипать, и нет смысла вот это вот действительно. Если оно должно выпасть, оно выпадет. Да. Мое мнение. Так, и стройки я даже и не помню, кто там куда в гекс нужен. Да я смотрю так, знаешь, мне тоже некоторые стройки нужны, для, в принципе, для скиллов. Вот, так, ящер я нормально. Точно помню. Нужен куда-то. Ящер, да, гекс. Опа! Праха! Все, да сейчас что-нибудь. Варвар. Что там, что? Ну, варвар огня? Скажу так, если нет ДД, то своим третьим скиллом я видел уроны в 50 и в 60 тысяч. Но опять же, все зависит от рун, ты понимаешь. Я варваров не особо люблю, хотя тьма меня реально удивила. Тьма может выдать, ой-ой-ой. Но для начального буста, допустим, я когда начинал, у меня выпал варвар ветреный, и тогда его еще не улучшили, потому что сейчас все знают, что их немножко улучшили, а тогда он был такой шлаковый, и то вместе с аргеном он выдавал неплохо на арене. Поэтому так. Ну, у меня из ДД огненных только рок.
А так, в принципе, больше без задания. Круто. Вообще топ. Еще одна четверка. Блин, лучше бы ты хотя бы был водяной, если честно, хотя бы. Блин. Круто, если. Ну хотя, смотри, устраняет все ослабляющие эффекты. Некоторые, честно, юзают. А там уже, знаешь, там выпал этот мамонт воды, потом, в принципе, когда буду на пятерку переводить, в принципе, потом как корм его можно. Да, можно, типа, или сразу, смотри, готовый. Четырехзвездочный. Я смотрю, еще и звезд не было, что-то такое удивительное. Топовый кормец. Зато. Да, да. Так, еще одна корова ветру выпала. Будет много минотавров, да, я так чувствую. Наверное, мумий. Да, минотавры пока. Давай! Что? Водяной... Водяной гор? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Да. Да, я просто, у меня... Я просто не могу понять, знаешь, по твоему это... У меня просто слеза протекает, когда у кого-то падает гор. Я его жду уже просто с открытия. Ты для себя... Ну, кто-то ждет Хву, кто-то ждет Хлою. Хотя, возможно, я бы Хлою также выждал бы, если бы у меня... Но я этого гора просто... Ну да, у тебя нету Вальки, поэтому тебе, наверное, еще не понять всей этой радости. Но я за тебя реально рад. Блин. Уже хоть что-то, видишь? Короче, если ты, если ты планируешь Вальку сделать, уверяю тебя, арена у тебя конкретно поднимется с этим персонажем. Хорошо. Это хорошо. Хереть. Хотя на самом деле любой гор хороший, любой. Они вот их сделали очень хорошими персонажами. Ну, ветреный, да, не очень, или какой-то. Ну, ветреный, он ситуативный, и он для копера. Да. Он создан чисто под копера и под бульдозера. Я видел такую связку, как копер-бульдозер плюс вот этот огненный. И еще кого там брали, по-моему, Хлоя была в лидере. И знаешь, таки неплохая пати. До трех рубинов пацан дошел. Чуть бы не на авто, да. Блин, капец. Я тоже хочу гора. Так, ящер. Кстати, за Хага что-то говорил Света, там он что-то говорит вообще, да? Ой, он там имбушечка, имба, блин. Двум люшенам сделать, грубо говоря, максимальную скорость, максимальную. То есть, допустим, если ты сделаешь Хагу своему там 200 скорости, у твоих люшенов тоже будет 200 скорости. Потому что многие делают, допустим, в лейте. Опа, блин. Опа. Кто? Кто там? Таня. Чувак, у тебя просто сегодня, блин, какой-то праздник. Вообще, вот ну... ее я советую качать, уверяю тебя. А? Таня именно... просто... А чё, блин. Вообще по рунам? Ну, во-первых, из-за того, что у нее четвертый размер. Тут уже, по-моему, все доводы отпадают. Это просто сразу можно... Да, по-моему, там даже Хелл Леди не особо на своем шесте крутится по сравнению с Татьянкой. Скажу так, по поводу вот, ну, и для всех, кто смотрит. Во-первых, ей апнули первый скилл. Теперь он поднят не 30% шанс вот этот закинуть там, дебаф на раскол, а 50%. Раньше, по-моему, 30 был. И, по-моему, он еще и качается. Я точно не помню, даже сейчас можем посмотреть. Плюс второй скилл, то есть для нее вообще не нужны баферы. Разве что там какого-то Бернарда для того, чтобы она быстрее походила. То есть баф на скорость кинуть и повысить. А третий скилл это просто тотальная аннигиляция, я тебе серьезно говорю. То есть ты, если у тебя будет массовый раскол, типа там пирата, то даже если белка у тебя в Виоленте походит и, допустим, два раскола накинет, это будет очень классно. Потому что убийца, ну опять же, второй удар она кидает на рандоме, то есть второй урон. Поэтому там как повезет, кого она ударит. Не всегда она бьет того, кого ты хочешь. Вот, насчет первого скилла вы видите 50%, 60, 75% накинут раскол. А это неплохо, да, неплохо, да. Действительно. На нее руны, да в принципе любые закатит. Я даже знаю, что многие одевают Виолент. И это неплохой вариант. Но все-таки рейдж, либо хороший фатал будут все-таки лучше. Так, едем дальше. Неплохо. Блин. Для начала, как минимум. Для начала знаешь. Действительно неплохо. Так. Сейчас еще какой-нибудь топовая первородка с ЛД выпадет, вообще будет отлично. Да, какого-то там Зератку, да, или кого там, или Зерат. Да я, в принципе, знаешь, сейчас и на тройке смотрю, потому что еще многие тоже трехзвездочные мобы не прокачаны со скиллами. Mm-hmm. Там, кстати, Рэнди выпал тоже, да, вроде как он неплох. Да. Кстати, по поводу Рэнди, у меня спрашивали недавно, почему ты Рэнди не сделал для некроманта? Знаешь, я сам задумался, почему я не сделал Рэнди для некроманта? Ведь он со второго скилла такой пулемет иногда выдает. Я просто иногда беру планшет у жены, ну как, мой-то планшет, но она его называет уже своим, это понятное дело. Да, все, что мое, уже ее. Вот, но когда она сидит на своем аккаунте, и Рэнди у нее сейчас любимчик, блин, он такие пулеметы порой выдает. Ой-ой-ой. Ну да, неплохой герой, я тоже видел, как он, знаешь, это, и видел, как он дамажит неплохо. Так что тут... Блин, у тебя что-то сегодня одни охотники, по-моему. Корма прям Рэнди уже, знаешь, будет да. Нормально. Именно Рэнди просто Харпи, ждет. Харпи, так, кстати, на Гекс тоже нормально. Да. Так, огонь. Тоже Герн. Гекс. Так, элементаль нет, ветреный ни о чем. Да.
огненный, да, вроде нормально. Огненный и Шрен, то есть свет. Они вот два неплохих, очень неплохие варианты. Но только их и качают, остальные так, ни о чем. Так, ну же. И ногами белки на звезды, свои. Звезды. Что-то пошло так. Да, и еще один и ногами. Еще и ногами, нормально. Ну давай так, хотя бы еще один уже... звездочку. Ну, звездочки, что, киска. Кошка... Кошки, по-моему, да, в синем очень что-то как-то. Да, водяная только в гексе, насколько помню, по-моему. И огненная гекс тоже. А, огненная. Вот. Ну, о, ну, у меня есть он есть, уже. Да? Да, просто в этом лежит. Так. Тоже гекс. Да, тоже помню гекс. Хак. Хак воды. Ну, я про него говорил, он, наверное, самый печальный представитель всех классов, всего вот этого вот. Потому что вот этот баф на... Вот это вот повышает шанс нанести крит и понизить. То есть такое что-то ни рыба, ни мясо. Ладно, когда такие два бафа, как в атаку и в защиту, да, это я одобряю. Как пиксик, да, типа? Да-да-да. А вот здесь вот, ну, такое. Ну, поэтому, да, его никто и не качает, по сути дела. Чисто кором, короче. Да-да. Огненному или светлому, да? Огненному, светлому. Некоторые еще даже ветер качают. Но ветер 4 звезды, его же переделали. Давай, Зайрос! Ну-ка, что там? Гекс. 5 звезд, леса, легенда. Гекс. Гексовая. Ну, она тоже говорит, да, как это... С третьего скилла, по-моему... Нету, да? Да, с третьего скилла скажу так, что есть куча роликов, где она и 70 тысяч бьет в хороших рунах. Потому что три вот этих дебафа, блин. И самое главное в скилле в том, что у многих... Вот почему я не раскачал Бетти, то есть Бет. Это Хелл Леди Воды. Потому что у нее сначала идет урон... Потом, если тебе повезло, звезды там, я не знаю, правильно сошлись, вешается раскол. Следовательно, уже вторая атака пройдет в раскол. А здесь же наоборот, сначала вешается раскол, а потом ну проходит да. 750% мультиатака от скилла. Это ж пиздец. Ну да, то бред бывает. Блин, знаешь, это то же самое, когда, вот, допустим, Рок, знаешь, бьет со вторым скиллом. Сначала бьет он, а потом там кто-нибудь, знаешь, со своим расколом да, бьет, да, знаешь, был, там, да, типа, да, это да. Такой тоже бред. Так лучше бы сначала, знаешь, кто-то бил, а потом бы он там. Но это не всегда. Так, это да. Зависит от анимации скилла. Вот если ты да? Возьмешь такого в пати, допустим, вторым скиллом как пионера, ты знаешь, у него первый скилл, анимация, ты просто вот так вот чаю да. Успеешь выпить. Это пипец. А есть. А светильник тот же самый, пипец, я просто. Тоже думаю, долго. Когда же он походит, там, не знаю. Да, да, да. Пока раскрутится так, вот так, это так там. Это знаешь, на X3, если на X1, наверное, полдня вообще будет бить. Да, согласен, согласен. Плюс лидерка неплохая, потому что она работает везде. А это классно, на самом деле. Особенно под вальку, там какую-то, если нет, хорошей лидерки. Ну и такое. Вот, поэтому да, либо в гекс, либо... Кстати, тебе, да, одно место надо будет все-таки сделать, я смотрю. Не хватает, да, так, да-да-да, немножко не хватает. Ну же, еще давайте звездочки. Давайте еще одни звездочки и ну, все. Да, ты попросил, вот они. Ну-ка, ну-ка. Давай! Та... Кто там? Вот тебе и корм для Тани. Ну это корм, да, вообще? Да, да, скажу так, ее хоть тоже апнули, ей даже третий скилл немного апнули. Короче, ей третий скилл реально переделали, но вот все равно, она... Ну вот, понимаешь, Татьяна в таких же рунах, она может убить двоих. Это же, если повезет и через раскол убьет кого-то, допустим, одного. Ну такое, знаешь, ну... Да, второй скилл клеймо там кидает, бла-бла-бла, но все-таки на практике... У Тани разве не кидает клеймо? Нет-нет-нет, у Тани второй скилл, она баф на себя кидает, и после этого сразу же может походить. Вообще, как Таня начинает бой? Она кидает второй скилл на себя же, а потом сразу же бьет третьим. Сразу же, то есть она получает экстра ход. Вот, ну же... Сейчас давай. Еще давай, ага, последний свиток. Давай, молимся, девственницу нам. Давай. Курицу-девственницу, нет. Нет. Ну, сейчас целдэч, о, еще корм-то. Свет тьма, ну же, чего ждешь от света тьмы, кстати? Ой, всего. Желать, ну, какую-нибудь хорошую четверку, да, в принципе, и тройки много хороших, в принципе. Главное, чтобы не выпал какой-то голимый корм. Ну, звездочки. Давай, звезды. Я шаманю, ты видишь. О, Ахман. Ну, у меня есть Ахман. Блин. Капец. Да, мне уже тоже падал и Ахман, и Белка. Обидно, что когда из свитков уже, когда у тебя есть, падает. Это да. Ну же, блин, давай Эшира, хотя бы Эшира. Дарион нужен? Дарион у меня тоже есть. Реально, такого я еще призыва не делал, чтобы два персонажа, которых... Трэш. Нет, Дарион тоже нормик. Не, да, ну, Дарион-то хороший будет. Персонаж, но, блин, вот это да, два таких. Ну, на самом деле, серьезно, вот если... Пытался.
если да, не брать в учет там первородок каких-то и всего остального, то призыв получился достаточно неплохой. Это получается 1, 2, 3, ну не будем считать, да? 4, 5, 5 либо 6 четырехзвездочных с такого количества 40, свитков. 4, да. 40 там. Да и не считает. Mm-hmm. Ну, нормально. Это неплохо. Плюс много гексового, много корма. То есть ты не получил там каких-то, я не знаю, монстров, которые вообще нафиг не нужны. Да. Так, так, так. Вот, СЛДшек. Да, СЛДшек, конечно, не... Это обида вообще. У меня он выше, они там, это... Скажи, Ахман и Бенужин. Ну, они еще пока четырехзвездочные. Да, да, но уже главное вейкнутые, да, и готовые. Блин, да, СЛДшек не повезло. Но Таня... Таня, блин, да. Егор, это просто вот. Что-то с чем-то. Корм Таня уже есть. Капец, да. Кстати, я вот хотел спросить, вообще, на кого вот сейчас из этих четверок, которые, да, у меня есть, да. Четверок, кому стоит, у меня там, по-моему, 5 девилмонов есть, кому вообще стоит в первую очередь, как бы, скиллы качнуть именно девилмонами? Смотри, что скажу тебе так, кому будет более профитно, если ты Аран, вот, Лису Ветреную, захочешь все-таки в Гекса дать, правильно, я не помню, на кого она идет. По-моему, либо на Вальку, либо... Она, по-моему, на 2х идет. И на Вальку, и на Сигму. Вот. Тогда я тебе советую сделать Вальку. И если ты захочешь прокачать скиллы, ну, если ты вообще в планах будешь Вальку делать, то, конечно, лучше оставь девилов для самой Вальки. Это понятное дело. Вот. То есть на Гора я не советую. Тебе, в принципе, самое главное, чтобы у тебя Гор походил быстрее, чем твоя Валька. Это, если что, в планах. Скорость, короче говоря, ему... Да-да-да. Скорость, потому что у него второй скилл еще и бьет от скорости. То есть ты еще и дамагу будешь достаточно неплохую вот этим саппортом вносить. Что скажу по поводу девилмонов? Да, опять же, если ты думаешь делать Вальку. Если ты не думаешь Вальку, то тогда совет простой. Это вот, прокачать Татьянки скиллы. Если тебе профартит и у тебя качнется третий скилл и второй... Да, второй и третий скиллы, то вообще будет круто. А если что, первый, да, тогда, если прокачаются эти скиллы, первый тогда вот не докачивает. Первый, да? Пока, или да, стоит. Если будет такой же корм на нее падать, то да, точи. Не в приоритете, короче говоря, но если, да, есть возможность, то прокачать. Да, да, если у тебя уже девилов там будет. Я еще вот хочу, знаешь, что, Барретту, да, прям хочу ее. Кстати, у тебя 5 девилов, и знаешь, для того, чтобы начать проходить башню выше, тебе стоит прокачать все-таки Барретте, особенно третий скилл. Ну, там уже как ляжет, конечно же. Поэтому, да, советую. То проходить без Веромоса что-то как-то вообще очень тяжко, потому что я сейчас на какой-то там 30, по-моему, третий этаж был. Ага. И там Канами, ну, она у меня 4-звездочная, она не вывозит. Там эти, скажи, ангелы смерти. Угу. Они дотами, короче, разноплевывают и все просто. И крест кидают, и просто другой хил никакой туда не подходит. Угу. Ну, как бы, знаешь, он не хилит толку-то. Ну да, тем более Канами далеко еще не в Виоленте, поэтому. Такая, да, Канами у меня просто так сейчас еще в таком. То есть сайте. Она один раз хильнула, сняла дебаф и все, и ждет отката. Ну да. Она-то прокачана, но тоже. В принципе, если так заморочиться, знаешь, она может на себя ход кидать, конечно, угу. на один ход можно, в принципе, уменьшить КД, но. Тоже. Ну да, это дело такое. Виоленте все-таки попроще. И да. Контратаки, допустим. Делаю себе, не знаю, всякие здания, там, уже растения, это, которое на КД, ну, уменьшает КД энергии. Уже на 9, по-моему. Так что, я, то, что мне, в принципе, нужно, знаешь, я вот первое здание это оформлю, и вот уже таинственно это. А потом буду уже, там, не знаю, СПД, там, ХП, такое. Ну смотри, если ты в игру заходишь достаточно часто, хотя бы, допустим, 3 раза в день, я тебе советую еще апнуть вот ману, уверяю тебя, потому что сейчас приятно зайти там 2-3 раза в день и снять по 15 тысяч маны, или сколько там максимум дают вот эти 3 здания, это в принципе неплохо. И еще советую тебе вот стихийные прокачать, ты видишь, по 120 медалей по одному разу ты можешь апнуть, а все в сумме оно тебе даст неплохой прирост, особенно воду, огонь и ветер. Смотри просто, каких монстров ты юзаешь чаще. Свет, тьма пока, в принципе, да, не имеет смысла, такое... потому что нормальных их нету пока что. Разве что свет, из-за того, что у тебя есть кто там, Ахман, да, и Белка. Белка, Ахман. Вот, тоже можно апнуть, потому что неплохо даст. Но да, упор в тотем тоже советую сделать. Угу. Потому что вот сейчас даст 3%, потом, по-моему, будет сразу 5%. Хреново, знаешь, что-то, что не показывает именно на самих персонажах, да, допустим, ты заходишь в персонажа и не показывает именно этот прирост, он не показан. Ну, фактически нигде не показан. Кстати, слушай, ты вот подсказал, точнее, напомнил мне одну тему. Я шарился по форумам англоязычным и на Хайве я лазил. И вот скоро, точнее, я не знаю, насколько это скоро, вы знаете этих разработчиков пиздоболов, которые что-то расскажут о
Да, введут через полтора года. Вот здесь вот скоро расширят вот эту вот панель, ее сделают шире вот самого монстра. И вот здесь вот скорость, здесь будут писаться еще, либо писаться в скобках, допустим, плюс тотем, либо будет просто картинка тотема, который добавляет еще плюс какую-то, допустим, скорость. Здесь также будет плюс здоровье, плюс атака, вот будут все вот эти вот атрибуты, которые влияют на максимум вашего персонажа. И я считаю, это реально будет удобно и прикольно. То есть вы сможете высчитать уже какой-то свой дамаг и видеть максимум у монстра. Я считаю, это классно. Знаешь, да, еще могли бы сделать, знаешь, что, вот как типа есть канал, да, обычный канал, канал гильдии, могли бы сделать канал, знаешь, лого урона. Вот чтобы не смотреть там, да, допустим, там судорожно, там, не знаю, клацать, чтобы ты засек, сколько ты урона нанес, там, знаешь, и, а то вдруг не заметил там. Да, или... согласен. А сделать с логом урона, знаешь, чтобы, не знаю, там, показать свои руны, допустим, то же самое, какого урона вообще, в принципе, возможно вынести, знаешь, а не видео да. снимать, там, допустим. Допустим, просто, чтобы в этом чате было написано, допустим, да, Роак... Персонаж такой-то нанес, то столько-то. И смотри, Роак, да, юзнул картинка скилла, и сколько урона он нанес. Я думаю, считаю, это вообще, знаешь, будет классно. Это не сложно, это просто да. сделать. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, все. Призыв вам понравился, да. Поэтому, если вы хотите что-то подобное снять со мной, обращайтесь в приват, в личку, напишите мне ВКонтакте, добавляйтесь в группу, которая также есть в описании этого и любых видео. Смотрите мои стримы. И будем прощаться с Димой. Дима, пока. Все, пока-пока. Пока-пока.